нормально все счастливее. Это месяц был, чуть меньше, чем месяц отпуска. Надеюсь, что все отдохнули от футбола. Во-первых, это психологически. Посмотрели там, как отработали эту работу, которую мы задали перед перерывом. И это неплохо отработали большинство футболистов. Собрали здесь 28 человек сегодня. Начали работать в хороших условиях в Австрии. Я знаком с Австрией очень хорошо, потому что последних больше чем 10 лет постоянно два раза летом. Каждое село знаю очень хорошо, так и здесь очень хороших условий. Будут две игры у нас на первом сбору, будет Жилина 23-го и будет Олимпия Любяна 26-го. Потом на втором сборе будет уже 6 игр, тоже подтвердили каждую игру, но это еще рано говорить. Задача – приготовить себя к новому сезону физически, тактически, поработать на старой схеме, приготовить новых схем, новых игроков. Очень много молодых футболистов здесь сегодня. 4 игрока сборная, 2 сборная России и 2 Польши. Они не с нами здесь, будут пропускать этих первых сборах 100%. Потом смотрим, надо им отдавать какой отпуск после долгой сезона. Тоже у нас еще есть позиции за 2 иностранца, за 2 иностранных футболиста. Это очень важно усилить команду на этих позициях, которые это вообще понятно. Это центральный защитник и один опорник. Восьмерка, так сказать, бокс-ту-бокс. И я надеюсь, что это будем закончить чем быстрее можно, потому что это другая работа, когда они соединяются от начала сбора, а другая, когда приезжают там в августе, не дай бог, или так что. Это увидели последнего лета. У нас есть изменения чуть-чуть в тренерском штабе и вообще команда около команды. Можем выполнить наших целей, а цели самые высокие у меня всегда. Я не понимаю, как может быть по-другому. Так, во-первых, это суперкубок, так начинает сезон. А потом, как идут, так будут и цели. Чемпионат, потом и Европа. Очень хотелось бы, чтобы играли футбол весной в Европе. Это один из больших целей. Чемпионаты, самый верх, чемпионат, чемпионство, зачем нет. А потом будем говорить о кубоку, потому что команды, которые играют в Европе, начинают играть кубок только весной.